Михаила Ножкина «Последний бой». Вы наверняка все слышали эту песню, очень хорошая песня. Мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой, а мне в девчоночку хорошую влюбиться, а мне в до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить, а за нее и помирить совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно